по поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично, и у нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Он избрал такой путь политической борьбы, там, атак личных и так далее. Но я к этому привык, не он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано и наказано. Вот вы сказали, и участники должны быть изобличены и наказаны. Кто бы это ни был. Вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали. Но надо установить, то ли так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь.